В администрации городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления представили свои отчеты о проделанной работе главе Люберец. Подробнее в сюжете. Ежедневно сотрудники управляющих компаний дезинфицируют подъезды. Работы проводят в связи с увеличением числа пациентов с коронавирусом в Люберцах. Убедительная просьба жителей работы по подъездам, где вы видите некачественную дезинфекцию той или иной управляющей компании, пожалуйста, мы присутствуем все в соцсетях, обращайтесь к нам. И у нас принят такой порядок, что управляющая компания, где указаны недочеты, тут же выезжают, устраняют данные недочеты. Продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий. С 28 июня по 4 июля из дворов вывезли около 315 кубических метров мусора. Ежедневно проводятся работы по покосу травы. Выполнены работы по санитарной опиловке 42 и вырубке 38 деревьев. На дворовых территориях силами управляющих организаций проводится ямочный ремонт. Устранено 86 ям общей площадью более 400 квадратных метров. За прошедшую неделю дорожники устранили 22 ямы. Общая площадь ремонта 26 квадратных метров. Айтадж Щерагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.